Всем привет, дамы и господа. Ну и продолжаем мы супермаркет симулятор. Значит, я уже готов. У меня все куплено. Вроде бы как, да? Ну, похоже, что да. Плюс-минус небольшие закупочки сделаны. Вроде как все есть. Можно начинать день. Значит, открываемся. И сегодня у меня планы довольно-таки не маленькие, впрочем, как обычно. Я сегодня хотел что сделать? Я хотел сегодня купить оставшуюся у меня лицензию на товарчик. Вот эту вот, стручковая фасоль, ванильное мороженое, мороженое обычное, пицца, картофельные шарики и овощной микс. Мне сказали, тут в основном все морозилки. Ну, в принципе, я и сам догадывался. И получается, сколько тут? 6 наименований. Если они все идут в морозилки, это мне надо 6 морозилок. Как минимум, да? То есть, столько же. Как-то это выглядит серьезно на самом-то деле. Да, наверное, сейчас, пока в течение дня, я буду двигать полки. Тут пока народец все это дело купит, раскупит, накопит мне еще денежек. А я попробую что-нибудь придумать с полками. А потом уже в конце дня я займусь покупкой новых товаров. Это я пока вот так вот сдвину, да, получается. Примерно. Конечно, было бы неплохо как-то сделать, вот, может быть, вот как-то вот так же, как этот химию. Полок-то у меня ровно, вот прям четко, чтобы сделать так. А как мне тогда расположить морозилки? Допустим, если я где-то вот здесь вот поставлю полки, вот до сюда они займут, я смогу по стенке пустить морозилки. Это у меня 2, 4, 6 во всю стену. Только у меня вот эти влезут. Плюс еще 2 вот здесь останутся. Это 8. И у меня здесь будет примерно еще сколько? Примерно вот такое вот расстояние. Но я здесь ничего, к сожалению, не поставлю. Так, надо думать. Надо думать. Что из этого можно сделать? Как же с этим быть? Что же делать? И так, чтобы еще туалетная бумага у меня была как-то более или менее. Ну, можно попробовать поставить. Можно попробовать вот как эти поставить, да? Вот эти две полки я поставлю по краям. Вот эту с одной стороны, а туалетную бумагу с другой. Значит, тогда мне надо вот это все дело двигать сюда обратно. Я, конечно, его уже сдвигал в другую сторону, но придется это выполнить еще разок. Причем двигать вот так вот, наверное, много. Вот как-то вот так вот, да? В принципе, тут место останется. Будет, я думаю, нормалек. Это мы ставим вот так вот ровненько, аккуратненько. Так, мужик, давай мне тут не начинай вот это вот все. А то уже встал тут с коробкой. Так. Так, все, ты набрал. Молодец. Еще и на весу собираешь товар. Красиво. Так, ну вот, ну перестаньте, не мешайте мне. Вот куда ты? Я сейчас тебя там закрою. Потом не выйдешь, останешься жить со мной. Так. Ну вот как-то вот так вот вроде, да? Далее. Вот это дело мы тоже сдвигаем примерно вот так вот. Я думаю, такого расстояния им там ходить, бродить будет достаточно. Так вот ставим. Это раз, смотри, как четко получилось. Еще даже больше, чем планировал.
так. Это вот так. Пока все идет хорошо, пока все как задумывал. Это ставим. Опять тут пришел мешаться. Вроде как мои кассиры должны справляться. Ну, правда. Ну, есть еще места, есть. Если не будут справляться, то и ладно. У меня сегодня дел достаточно. Пусть сами работают. Сегодня магазин в их руках. Так, ну давай уже, ставься. Тут вот эти вот миллиметры ловить. Так, надо свет сейчас включить. Это уже темнеет. Вот, поставилось. Так, свет включаем. Ну а что, в принципе, широко. Широко, хорошо. Так, я эту поставил или не поставил? Или поставил? Вроде поставил, да? Ну, вроде бы. Так, и что у нас тут получается? Эти я хотел на края ставить. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. Сколько у меня тут примерно? Чуть больше половины полки. Где-то одна треть, да? Две трети у меня на. Значит, вот где-то вот здесь вот она должна у меня стоять. Где-то здесь, да? Только поровнее надо будет поставить. Это у меня пойдет вот в ту сторону. Вот в ту сторону, вот как-то... Как-то как? Как-то вот так, да, она у меня пойдет, чтобы было ровненько, в один ряд. Ну, примерно, да. И это мы тоже ставим поровнее. Вот так вот. Вот так, да. Угу. Так, это туда, значит, это пойдет вот сюда. Вот я понимаю, да, что у меня вот тут химия вот так вот прилепилась тут напротив чая. Ну, а что поделать? Я об этом предупреждал. Я предупреждал, что у меня товары немножечко смешаются. Поэтому до разделения... Так, как у меня это стояло? Ага, вот так вот. Точнее, до увеличения магазина придется вот терпеть такое вот безобразие. Так. А что поделать? Места нет, приходится экономить. Поэтому вот так и поступаем. Так, морозилку сразу отсюда. Пока сюда. Он аж через меня хватает товары. Из морозилочки. Так, ну давай, только ты влезай сюда, ладно? О, 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 что-то было. Во, нормально. Ровненько, ровненько, хорошо. И тут широко, и тут прям места будет очень много. Не знаю, зачем мне столько. Так, теперь надо делать что-то с морозилками. Эту вот сюда к стене подвинем. Вот так. Эту вот так. И вот так. Вот пока как-то так получилось. Не знаю, как мы будем расставлять остальные, но как-нибудь расставим. Ага. Вот вроде что-то получилось. Сколько тут еще? Раз, два. Ну и вот здесь надо будет как-то еще поставить. Может даже как-то вот так вот или вот так вот. Посмотрим. Мы тут совсем отпинали мою коробку. Надо ее вообще отсюда убрать.
Так, мы ее вот так вот раз сюда и на место потом заберем как-нибудь. Сейчас у нас тут кассиры, да, пробивают последних покупателей. Тут как-то совсем узенько так стало. Не то, чтобы прям мне нравится. Может даже вот эту полку поставить вот сюда вот все-таки. А кассу воткнуть куда-то вот здесь вот. Чтобы очередь вот так вот шла. Но сейчас посмотрим. Сейчас сделаем, посмотрим. Может быть, все получится. Все, отпустил, молодец. Так, товар не найденный, аж даже есть один. А что это за товар у нас, интересно? И все подорожало. Смотри, как ветчина, сыр. Только успел прочитать. Ветчина, сыр, это у меня вот это, по-моему, да? Или подожди. Ветчина, сыр. Прошутто. Вот, галета, ветчина, сыр. 8,70. Это у нас будет, значит, 9,05. Или за девятку продать? Не, за девятку дешево. 9,05. Хорошо. 9,05. Сейчас посмотрю остальное, что там у меня. Так, маркет, маркет, маркет. Так, смотрим. Шоколад. Злаки. Криспи чиби, которые вот эти вот. 4,68. 4,68. Ну, это, в принципе, 5 можно, да, сделать. 5. И шоколад у меня вот где-то вот здесь вот. 4,01. 4,35. Хорошо. Уже который день идет подорожание. Мне прям везет пока что. Но это значит, что скоро будет спад цен очень сильный. И, наверное, он выпадет, как только я потрачу все деньги. Так, пиво, блонд, эль. Это последний. Вот этот вот. 27,36. Да что-то как будто и не подорожало. 27,36. Ну, походу так и надо оставлять. 27,70. Самая оптимальная для него цена. Так. Закрывать окно, не закрывать, даже не знаю. Ну, давай, наверное, давай. Так, ты сломаешься, как только я эту? Или не сломаешься? Дурачок ты наш. Давай я тебя даже закрою вот так. Оп. Раньше касса ломалась, когда я вот так делал. Приходилось увольнять кассиров. А нет, смотри, поправили. Поправили, молодцы, красавчики. И сюда у нас, кажется, полк-то и не лезет, да? Сейчас чуть подальше кассу уберу. Проверю поточнее. Но мне кажется, она сюда не влезет. Вот прям опять миллиметров каких-то вот не хватает. Вот почему они так сделали, а? Почему чуть не пошире нельзя было дать? Как будто это что-то бы вот роль у них сыграло. На пару пикселей. Ладно. Ну нет, так нет. Сейчас ее воткнем обратно. Вот. Вроде она не так была. А можно ее впритык? Нет, тут все мешает, да? Все-то мне мешает. Все-то как-то не по-человечески стало. Блин, и так плохо. Зачем я ее трогал? Нормально же стояла. Ну, давай хотя вот так вот, да, чтобы тут проход был. Ладно, пора закупаться. Пора закупаться, пора. Менеджмент. Счета купить, это оплатить, оплатить. Маркет, не маркет. Опять же менеджмент, лицензии купить.
Ох, да, 19 тысяч у меня осталось на все про все. И на все закупки, и на все. На все дела. Так, значит, что у меня получается по маркету? Смотрим на товары. Морозилка, 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 морозилка. Все верно, 6 морозилок. 6 морозилок, однако. Давай сначала куплю 3. Для начала. Морозилка, 1, 2, 3. Посмотрим, что из этого получится. Кстати, можно и парочку продуктов заказать. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну и сейчас еще что-нибудь докуплю. Вот что мне надо. Вот, допустим, вот эти вот хлопья медовые, вкусные, садовые. Конечно же, нет. Так, а где они у меня? Где у меня? Вот они у меня. 10. Купить, купить. Все, погнали смотреть на товары. Так, для начала морозилка. Морозилочку мы сразу вот сюда вот одну. Она у нас тут будет на постоянке, наверное. Вот сюда вот вторую. Ну, пока влезло неплохо. Пока нормально. И тут как раз есть место для покупателей. Будут ходить смотреть, что у меня есть. Так. Теперь как мне надо будет ставить вот эти? В принципе, можно поставить еще вот, допустим, вот так вот. Раз, вот так вот два, вот так вот три, четыре. А, ну мне 4 надо, да? Да, мне 4 надо. В принципе, можно. А если вот так рядком? Тоже, если вот, допустим, вот от этой взять вот так. И вот так вот рядочком их поставить. 1, 2, 3, 4. Но это получается надо 5 морозилок, чтобы было красиво. И тут придется обходить далеко. Вот так вот все, весь ряд, чтобы пройти нормально. Не. Не-не-не-не-не. Мы поставим вот так вот их по отдельности. Ничего страшного. Будут подходить. Будут смотреть. 2, 3, 4. Вот примерно вот отсюда вот и начнем. Вот так вот, чтобы было и тут широко. Вот здесь будет у нас первая стоять. По-моему, вполне нормально, и здесь будет достаточно места, даже двое, ничего себе, протиснуться. Тогда берем еще 3 морозилки. Так, мебель, морозилка, 1, 2, 3. И продуктов сейчас еще дозакажем, как минимум те же самые мне надо будет купить. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и какой-нибудь один из старых. Вот, вот эти вот чокопики. Мне бы надо купить 2, но пока купим 1. Так, где тут чокопики? Дайте мне их. Ладно, потом найду. А то пока бы эти дурачки его выставили, ну да ладно. Так, это, я думаю, вот так вот будет нормально, да? Мне кажется, вполне. Вполне места хватит подойти взять. Давай следующую. Главное, чтобы конечная получилась прям вот хорошо, прям ровно. Так вот. Ну ладно, чуть-чуть места останется, будет пошире указ. Зачем вот так вот все нагромождать? Немножечко места оставим. И вот так вот у нас пойдет. Ну, я думаю, вполне себе. Вполне себе ничего выглядит. Конечно, вот это мне совсем не нравится. То, что тут еда, а тут химия. Но пока придется этим пожертвовать. Придется, придется. Что это? Это пицца. Пиццы у меня
непонятно как лежат. Ну и ладно, пусть дальше так и лежат. Так, эта коробка у меня займет весь холодильник. Это замечательно. Пиццы выгодно покупать. Они дофига места занимают. Мороженое тоже, по-моему, было достаточно много в коробке. Хотя этого как будто... Ну, на холодильник хватило, и то хорошо. Но поменьше, чем пицца. Это у нас чок-пик. Чок-пик. Чок-пик у меня тут вот так вот. И на место его поставим. Надо будет еще заказать, а у меня уже 16 тысяч. Но этого мне хватит вполне. Вполне себе. Что это за рогалики? Какие-то наггетсы. Давай их вот сюда вот. Ой, как их мало-то. Сколько там на пол? На пол морозильничка всего лишь. Это плохо. Так, это пчелки. Пчелки выставлены. Здесь у меня пчелки. Нормально. Да, как-то мало, невыгодно. Что это? Овощи, по-моему, да? Да, кстати. Вкусно выглядит достаточно. Я бы такие купил. Так, это у нас сюда. Это мороженое еще одно очередное. Ну, тут у меня уже... Тут у меня лежит мороженое, тут пицца, ладно. Такое же, как то мороженое в больших брикетах. Тоже коробка на морозилку. А это зеленая фасоль, да? Зеленая фасоль вот сюда вот, но как-то я неправильно расположил, кто будет отсюда ее брать. Сюда бы, например, надо было мороженое положить, или вот, вот эту вот вкусноту. Выглядит так вкусно. А овощи куда-нибудь туда, в конец. Кому надо, тот найдет. Кому не надо, тут тоже не надо. Вот так вот. И у меня по второму варианту еще должны быть коробки. Это мороженое. Потом я на склад отнесу. Это сюда идет картошечка. Там овощички всякие, грибочки вкусные. Нормально. Это у нас мороженка. Тоже на склад отнесу, поставлю. Это у нас пицца. Тоже на склад отправляется. Вот это... Сюда идет. Так. Сюда. И фасоль никому не нужная, зеленая. Наверное, еще и стоит дешево. Хотя вообще вот это вот все типа овощное замороженное как-то неоправданно дорого стоит. Непонятно, кто вообще это покупает. Лучше уж свежее тогда купить. Ну, видимо, раз есть, кто-то покупает. Мороженое, пирожное, картошка. Что-то ее тут не доложили, может, кончилось. А вот что у меня на складе-то кончилось? Они мне выставить что-то не успели или что? Скорее всего, да, потому что не могло у меня что-то закончиться. Хотя вот тут, а нет, тут у меня ничего не было. Да не, не может быть, чтобы у меня что-то заканчивалось. Я прям много накупил. У меня дня на два свободно бы товаров хватило. Даже без пополнения какого-либо. Даже вон та белая жижа и то осталось. Это они виноваты, это эти дурачки. Не выставили. Так, собственно, все. Отдел морозилок у меня укомплектован. Осталось только дать цены. 6,99 это 7,30, я думаю. 7,30 мороженка, пицца. 9,84 это 10. И сколько получается? 10,15, да, я думаю. 15 будет нормально. Кстати, неплохая пицца. По сравнению с этой за 4,80. Очень даже неплохо выглядит. Но она такая сырная, вся приятная.
Ну, хотя вот это тоже вкусный. Я бы и ту брал. Ну, вот эту, кстати, чаще. Она дешевле. А выглядит тоже вкусно. Так, и у нас фасоль. Вот фасоль 3. Ну, я говорю, дешевка какая-то. Ее и брать-то никто не будет. 3. 3,40, да, наверное. 3,40. 3,40. Это у нас вкусные овощи. 6,09. 6. Ну, тоже 6,40 пусть будет. Это у нас 5,20. Значит, будет 5,60. Нет, 5,55 лучше. Чтоб брали. 5,55. И вот это вот у нас последнее. Десяточку стоит. Будет стоить 10,50. Нет, 10,65. Я думаю даже. 10,65. Хорошо. Все. Никого не забыл. Ничего не обделил. Все нормально. Я сейчас займусь, значит, покупками, укомплектовкой новых товаров на склад. И скоро вернусь, чтобы это все дело продать. Скоро увидимся. Я сейчас. Все. Продолжаем. Не то чтобы я много потратил, но забил, кстати, изрядно. Даже нашел места на все товары. И даже у меня осталась парочка свободных мест. Вот здесь вот местечко, вот здесь. И вот здесь я купил лишнюю коробку мороженого. Ну и, собственно, по-моему, даже и все. Больше-то свободных полок у меня. Ну вот здесь вот еще, да, вот еще 3 места. Но это ни о чем. Это получается 1, 2, 3, 6 мест у меня осталось ровно. 6 свободных полок. Возможно, на одну лицензию хватит. Вот здесь я сразу же воткнул кассу. Буду сегодня торговать. Посмотрим, сколько максимально денег сможем мы отбить. С новыми морозилочками. Мне даже нравится, как я их сюда поставил. Довольно удобно получилось. Довольно просторно. Все, ожидаем новых покупателей. Свет я уже включил предварительно, хорошо, чтобы потом не отвлекаться. Все, идем, берем к морозилкам, там грибочки, вот это вот мороженое. Что-то еще у меня, пицца вот есть свеженькая, фасоль, кому надо. Но не советую. Берем вот лучше вот ту заморозку с грибами, а еще лучше вот это мороженое. Их у меня аж 3 коробки. Что-то уже понес. А, ну молодец. Неси, неси. Так, так, так. О, это ко мне. Давай сюда 10 копеек сдачи держи. И как будто бы все. Больше никто не идет. Ну и ладно. А вот пришли. А я хотел цены тут попроверять. Ну ладно. Потом попроверяю. Чем больше сегодня народу придет, тем лучше. Кстати, я заметил, что народу действительно стало приходить больше. Если в среднем было 79-80, то сейчас в среднем 85 уже. А у меня уровень еще подрос. Это значит, что, возможно, там уже будет 87 где-то приходить. А может и все 90. А, что у тебя закрыто-то? Подожди, я ж тебя забыл открыть. Вот еще есть касса, проходите. Сидит такой, закрылся. И молчит, главное. Что, ты совсем дурачок? Не смотри на меня так. Сам должен отвечать за свои поступки.
фасоль никто не берет, как-то я не удивлен. Вот картошку, по-моему, уже. Ну вот пачечки, две пачечки взяли, кстати, уже. Мороженое взяли, это... Это, по-моему, тоже пока не оценили. О, пиццу пришел брать, молодец. Красиво. Че там? Ничего. Торговля идет. По-моему, идет неплохо. Вполне себе. Вот вроде как. Народ достаточно так закупает. А это еще только утро, между прочим. Потом будет больше. Так, соль, перец у меня были. Да я все купил. Все есть. Мне ничего не должно закончиться. Это в прошлый раз просто дурачки мои не успели выставить. Как я и говорил, не справляется уже даже 4 кладовщика с таким объемом товаров. Если нашим лучшим сотрудникам, что тем, что другим, не добавят какой-то прокачки либо скорости, то я не знаю, что с этим можно будет делать. Самому везде бегать опять, расставлять как раньше. Это, конечно, не очень хорошо. Надеюсь, разрабы с этим поработают. Так, 3.45. 30, да? 30. 45. Вот так вот. Так, 57, 55, 7. 50, все, гуляй. Я уже даже немножко соскучился по торговле на кассе. Хотелось бы, чтобы было больше народ, больше покупателей. Вот, кстати, правильно, между прочим, поставил кассы. То есть не кассы, а вот эти вот морозилки. Вот народ сюда входит, вот так идет, там берет какие-нибудь вот хлопушки, там молоко. Сюда возьмет что-нибудь, сюда. А потом такой на кассу идет, опа, а тут, а надо бы мне курочки взять, там, а надо бы мне вот этих, там, пельмешек, мороженку возьму на дорожку и на кассу. И так вот оно и работает. Надо магазин делать в виде вот такой вот змеи, чтобы народ шел и вот так вот автоматически набирал к себе в корзинку. То есть ему приходилось бы смотреть на все товары и что-нибудь да приглянется. И обязательно что-нибудь купят. Так, я хотел что-то выставить, а что забыл? Что-то у меня тут покончалось так критично. Где это что-то? Кетчуп, может? Ну, давай кетчуп выставлю. Ладно. Кетчуп, вот он у меня, кетчуп. Ну, хотя бы этот. Вот так вот, уже помог. Так. Ладненько, ладненько. Давай еще что-нибудь выставим, что-то ко мне не идет никто. Ну, перец могу выставить, он тут рядышком стоит. А вот и пришли уже. Но перец я выставлю. Вот так вот, даже коробочка освободилась. Все это туда. Это сюда. Давай, подходи. Так, 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 так. 87, 35. Что-то как будто бы мало сегодня денег идет. Прям вообще ни о чем. Уже как бы 9. 55, 20. А вроде я как будто бы с такой же суммы и начал. А я ожидал, что сегодня будет прям прилив денежный. 171. 3. Да, как-то не очень идет. Может попробовать для верности еще один денек. Да и покажу заодно, как оно с новыми-то товарами идет. 38.
Ну давай. Нет, не ко мне. Ладно. Уже можно день завершать, а у меня еще тут не куплено нифига. Как так? Как так, 16 тысяч только на скольке я закончил? Тысячах на 13 и 14? Это очень мало за весь день. Почему так мало? Где весь народ? Так, коньяк, давай выставлю. Выставлю вот сюда. Вот он как раз коробку освобожу заодно. Так, выкинь. И вот эту вот новенькую тоже вскрою. Вот так вот. Я их тоже чуть-чуть лишканул, купил, но ничего, пригодилось. Все пригодится, все в дело пойдет. Бумагу вон совсем не брали тоже. Да как-то вообще печально. Я, конечно, понимаю, что народ еще не закончился. Даже вон какие-то новенькие подходят. Но я ожидал как-то большего. 55. Что там еще есть? Кто по магазину ходит или все указ? А, все указ уже. Можно, наверное, кассу сворачивать. Так, это у нас вот так вот раз. И куда-нибудь ее... Ну ладно, отнесу пока. Вот сюда поставлю. Потом заберу. Не трогать кассу. Ну давайте, господа, обслуживаем и посмотрим, что у нас там вышло-то в итоге. Ну давай. Давай, скоренько, скоренько. Ну. Ом, набрала мороженого. Заболеешь. Столько нельзя. Все. Давай, пробивай. Молодец, все. 84, ну клиентов стало больше, это очевидно. 84, кстати, 7200, это я со скольки же начал-то? Что 7200-то я набил. Жалко, что тут не пишут. А вот все, пошло понижение цен. Мороженое Банбек. Банбек. Вот это вот подорожало у нас. Остальное все пошло вниз. 7,82. Это, в принципе, за 8, наверное, 15. Давай за 10. За 8,10. У меня его много на складе. За 8,10 продадим. А еще что-то там у меня в цене, наоборот, стало хуже. Так, где там, что там? Два каких-то продукта оставалось, сейчас я их быстренько найду. Вот капсулы. И еще что-то у меня. Вино. Капсулы и вино. Вино, что там с вином? Жалко, конечно, ни хрена. Вот это подешевело. 12,21, это 12,55 стало. Да, с 15 это 80 на 12,55. И вот эти капсулы тоже. Тоже очень сильно упали. Ну, на $1.5 упали, да, за 14 буду продавать. А вино прям очень сильно упало. Ладно, давайте еще один денек поторгуемся. Я сейчас быстренько все закажу. И опять-таки вернусь. Все, последняя коробка поставлена. Открываем магазин. Еще один день торгуем. Чисто посмотреть, каково же все-таки идет продвижение. Как это повлияло все на продаваемость, на вот это вот все. На количество посетителей. Ну и вообще, как в целом будем двигаться дальше-то.
Я думаю, что? Я думаю, если я успею накопить определенную сумму, уровень, а уровней мне осталось еще, получается, 10,5 уровней, это достаточно много. Но также и времени у меня еще, в принципе, есть. Если успею, опять же, накопить уровень и деньги, то мы будем приобретать лицензии и далее. Далее у меня вот сейчас даже посмотрим. С 70 уровня откроются еще, получается, 3 лицензии, которые будут стоить по 22 тысячи. Я думаю, пока я накоплю этот уровень, деньги у меня появятся. И потом у меня уже с 81 и 90 уровня будут открываться. Там вроде как побыстрее, но тоже до этого надо будет еще дойти. Так вот, к чему это? Если успею, опять же, накопить, то серия по супермаркету выйдет, как обычно. Я серии чередую по разным играм, чтобы так вот не надоедало, так скажем, ни нашим, ни вашим. Ну и чтобы у меня в жизни было какое-то разнообразие. А то каждый день сидеть торговать, это можно кукухой поехать. Ну, собственно, вот так. Если успею, то выйдет. Если не успею, то выйдет что-нибудь другое. К тому времени у меня уже есть кое-какие планы на некоторые игрушки. Готовятся к выходу пару интереснейших событий. Так что в крайнем случае заснимем что-нибудь новенькое. Но супермаркет я, естественно, не забрасываю. Я точно так же буду копить. Точно так же следить за обновлениями. Поэтому ничего страшного. Как только, так сразу. Насчет этого можно не волноваться. Так, значит, а у нас тут 4 доллара сдачи, да? 4, 50, 60, 70, 80. 4, 80. К тому же я еще не открыл полностью магазин. Вот эти вот все его половинки, дольки. Не знаю, по логике как бы. Вот заканчивается стена дома. И это как будто бы еще одно отделение вот такое тройное. И еще одно. Не, ну получается больше тут. Раз, два, три, четыре, пять. Это... Сейчас, подожди, сейчас соображу. Это мы все ему продаем. 77. 1. Значит, сейчас должно быть 4 обновления. Потом еще 5, да? И потом еще 5. Кажется, так. Это 14 обновлений открывания вот этих 14 магазинов. Это мы отдаем. Сейчас пойду посмотрю, сколько их в компьютере. Правильно я посчитал или неправильно? 93, 6. Давай, вылазь. Так, а в компьютере у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, что-то я, видимо, где-то обсчитался, но 13 тоже достаточно много. И все это мне надо открыть. Не успокоюсь, пока не закончу. Не успокоюсь абсолютно. Так что можете не волноваться, супермаркет еще будет, и будет его очень много. Я отдал 40 долларов вместо 40 центов. Я молодец? Наверное, не очень. А все потому, что отвлекся, задумался. Вот про это вот все. 32. 35, да? 20, 35. Ну ладно, кто-то порадуется сегодня. Купит лишнюю мороженку, подумаешь. Подарили 30 долларов. Или 40. Неважно. 75, 39. Ладно, будем считать, что у меня на 40 долларов должно быть больше, чем выйдет сейчас.
Просто, судя по тому, сколько мне придется торговать, эти 40 долларов вообще для меня никакой роли не сыграют. Поэтому я особо и не переживаю. Я этот день вообще начал просто, чтобы для статистики и сам посмотреть, и вам показать, как это все будет происходить, и как уже происходит у меня. Криспи Чиби, чего? 4.68, это... Да ерунда, 32. 32 копейки на ценг, ты чё, дурачок? Всего 32. Вот этот Криспи Чиби. Надо добавить немножечко вот так вот. Чтобы было хорошо. Чтобы оно не кончалось. Ну и вот это, раз уж я тут рядом стоял, тоже пойдет. Можно рожки еще подложить. Вот эти вот. Вот эти вот. Чокопики. Чокопики сюда. Рожки у меня вот здесь стоят. Вот они. Тоже коробочку вывалим. Сода. Ой. Ой-ой-ой. Нельзя так делать. А то ведь сейчас набегут с коробками. Так, это сюда. Чё ты там хотел? И все что ли? Ну ты даешь. Народу столько. 2 часа в очереди стоял, чтобы одну пачку риса купить. Мог бы сегодня и без риса обойтись. Сода кола, по-моему, он говорил. Что-то там ему не нравится. 2.22.45. Бутилированная вода. Что-то она как-то... Это одна бутилированная вода. И это бутилированная вода. Но это мужик брал. Брал хорошо. 2.71. Это 36 наценка. Здесь доллар 86. 2.15. Это 29, да? Да тоже ни о чем наценка. Чего они гонят? Все нормально у меня. По ценам все хорошо. Так, ну и вот еще мужик ходит. Бесхозный. Сейчас он определится, на какую кассу встанет. Хотя тут везде, в принципе, места есть. Куда не встанет, везде будет хорошо. Ну что, малыш? Давай, заходи ко мне, я тебя быстро отпущу. Ну пойдем уже, хорош. Пойдем. Задумался такой и пошел туда, ладно. Раз задумался, то задумался. Все, я кассу убираю. Сейчас они там всех вот этих вот прокрутят. Посмотрим, что же получилось. Да как ее поставить-то? Ага. Посмотрим, что же получилось за сегодняшний денечек. И будем заканчивать серию. Новые товары продаются. Продаются неплохо. Вот эта мороженка, кстати, очень неплохо продается. И вот эта пицца стала хорошо продаваться внезапно. А, ну, видимо, оценили-то. Потому что другие-то пиццы 10 долларов. 10 почти. 9 с копейками. Это 4. Они такие смекнули. Что как бы, что брать-то стоит вообще-то. Ну так вот, а до этого не брали. Потому что не с чем было сравнить. Вот, теперь осознали свою ошибку. Сразу начали набирать по многу. Я даже купил пачку. Все, последний. Последнего отпускай. И смотрим, на что мы сегодня наторговали. И, по-моему, наторговали мы неплохо. 86 клиентов, доход 6900. Ну, кстати, доход меньше, чем вчера, хотя клиентов больше при этом. Ну, опять-таки началось вот это вот падение цен. Да, пошло падение цен. Вот опять сыр пармезан Эрос какой-то. Сыр пармезан, вот это что ли?
7.16, 7.50, ну, наверное, да. Так, это значит 7... Так, давай, давай, выделяйся. Так, это у нас 7.30. Или за 7.40 его отдать? Ну, давай за 7.40, окей, или 45 даже. 7.46, 7.45. Ну, давай за 46, ладно. 7.46 будет стоить. Чуть-чуть подешевел. Не особо критично, но все равно неприятно. Вот такая вот ситуация в нашем магазине происходит. И будет происходить еще какое-то время. Я думаю, все, что хотел показать сегодня, я показал. Новые товары, новая перестановочка. Вот у меня новый отдел морозилок. Вот так вот это все выглядит. Все. Всем спасибо за просмотр и до следующей серии. Всем пока-пока.